Не могли бы вы прокомментировать заявление главы МИД Украины, который призвал Россию отговорить руководство ДНР и ЛНР от проведения выборов? Значит, господину Климкину можно было бы показать протокол, который был подписан в Минске 5 сентября. Значит, где черным по белому, кстати, он подписан, естественно, и от лица Украины, президентом Кучмой, который представляет украинские власти. Вот 9-й пункт, цитирую: «Обеспечить проведение досрочных местных выборов», имеется в виду в Донецкой и Луганской области, «в соответствии с законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Закон об особом статусе». Ну, как бы здесь нельзя применить вот такую юридическую формулу пакта сунт серванта, но тем не менее, о чем договаривались, надо выполнять. Не отговаривать людей, а создавать условия для того, чтобы эти выборы состоялись, и это идет в рамках вот того общенационального диалога, который должен обеспечить темпы национального примирения на Украине. Поэтому, конечно, мы всячески будем поддерживать любые избирательные процедуры и будем внимательно следить за их ходом.